Nedevlestar, Farosa Sipen, Kajso, Saramare Čaveti. A já ti přeju, aby ti Bůh dal hodně zdraví. Video teda suživé, znovu chodu to brala. A my tu ke mám dal, ledem nestar, kaj tam vyzoralo sarkada trás. A já ti přeju, aby Bůh ti nadělil velkou sílu do života. Kaj tam zbachtalo. Aby si byl v životě jenom šťastný. Metuke mangau, mroča lede v lestar. Kajtuke tedel, očon, te oka mandro trojilo. A kajča te pire spal, kaj se droma, kajča lače ľudos dikeha. A kaj aveha, ča radi šagos rozdeha. A rado dikeha peske rada, te dades. Ay, la, 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 la,
Thank you.
gran manera. Ciao scarie! Ma non ci dici nan. Ciao scarie! Thank you.
Мы сегодня продолжаем сезон цыганского музыкального салона в Москве. У нас сегодня первое заседание, как мы обычно говорим, в новом 1996 году. Я от всей души поздравляю вас с наступившим Новым годом. Желаю всем счастья, здоровья, успехов, хорошего настроения. И позвольте поздравить вас сегодня с великим праздником, духовным, религиозным праздником, очень российским праздником крещения. Ансамбль «Егори». Давай!
Да, хорошо.
Thank you.
импровизация возникла, простите. Здесь, в этом зале, присутствует друг нашего музыкального салона, постоянный посетитель и участник, который всей душой с нашим салоном. Но себя творчески этому салону она отдает по частям. Почти на каждом заседании музыкального салона мы просим ее выступить, спеть. Но никогда не было более удачного момента, чем сегодня, потому что такие замечательные музыканты, я думаю, будет это достойное выступление. Тем более Лена Головкина, замечательный исполнитель цыганских народных песен, Михаил Романцев, это друг, да, мне кажется, родственник, в общем-то, в коллективе Игоря Сахищи. Поэтому попросим Лену Головкину воспользоваться случаем с такими музыкантами и вспомнить о чем-нибудь.
пожалуйста, старинный романс. Прости меня за все. Прости меня за все, за мой обман невольный, небрежно жесткий тон и слов ненужных боль. Чужих людей повсюду живет.